Друзья, всем привет, меня зовут Андрей, и добро пожаловать на новое видео на канале. И сегодня мы поиграем в игрушку Miles MRCar. А именно, я хочу так чисто поразвлекаться. Собирать мы сегодня в этой серии ничего не будем. Так, смотрите, какая красота, зима. Новый год, конечно, уже закончился. Но зима пока продолжается. Последние деньки зимы остаются, и февраль закончится. Так, у нас тут Сатсума. Так, надо бы, наверное... Блять, упал. Надо бы, наверное, продолжить собирать вот эту Сатсуму. Потому что девов тут еще много. Типа, зимнее выживание вот это. Это что-то я забросил, да, по-моему? По-моему, я забросил. Так, нет, сюда мне не надо. Я хочу просто взять сейчас канистру с бензином. Канистра для бензина. Не знаю, она, наверное... Наверное, она пустая, да? Хочу дойти до катера. Хочу дойти до катера и просто взять... И уплыть на другой остров. Я не знаю, кстати... У нас река заморожена или нет? Смогу ли я вообще на катере, на лодке точнее, добраться до острова, где можно отдохнуть, почилить? И в канистре у нас, наверное, бензина нету. Так, я что-то уже забыл, где он находится, этот остров. Так, лодка есть. Смотри, а у нас это. А у нас лед трескается. Ну, то есть идешь, смотри, лед трещит. Блин, а как же мы на лодке теперь поедем? Смотри, кстати, даже есть такая текстурка льда какая-то. В принципе, все это выглядит не так уж и плохо. На лодке мы, наверное, все-таки уехать не сможем. Давай просто попробуем. Погоди, а как я сесть в лодку? И чё? Заведется она вообще? Смотри, с первого этого. С второго раза завелась. Да нет, наверное, бессмысленно. Даже мы ее, наверное, не сможем вытолкать отсюда. Ее, наверное, специально убрали сюда. Потому что, типа, лед, все дела. Блин, на чем же нам тогда добраться до острова? Пешком я не хочу идти. Может... А давайте, наверное, возьмем трактор. Дойдем сейчас до трактора. Возьмем трактор и понаваливаем боком на льду. Так, дошли мы до трактора. Блин, стекла, конечно, у всех заморожены. Блин, вообще ничего не видно. И скрипка нету с собой. Блин, вот это да, конечно. Хреново, что она даже не это, не тает. Так, включаем освещение. Да это тоже, стеклоочиститель, наверное, тоже бесполезно, да? Заведется корыто? О, завелась. Так, а как тут ручной газ? Это мы включаем. Далее... Ручник снимаем. А, повышенная. Давай повышенная. Поедем? О, едем, едем. Блин, ни хрена не видно. Или видно? Видно, но очень хреново. Так, вторая. Блин, а смотри, прикольно. Зимой так гонять. Можно, конечно, сейчас доехать до дома. Зайти в дом и взять этот скребок. Но не знаю, стоит ли. В принципе, нормально. Так, как у нас там вид третьего лица? Ага. Я понял. Ну что, не провалимся? Давай попробуем просто как с трамплина слететь. Надеюсь, выдержит. А что, физика есть какая? Что-то, по-моему, физики нету никакой. Не. Ручник включаю. Не работает. Так, вопросы. Куда ехать? В какую сторону нам ехать?
Я думаю. Блин, а я не помню. Где у нас этот остров-то есть? Что это такое? О! Дед! А, это смотри, это то самое место, где можно забрать у мужика тачку. Мужик! Здорово, здорово, здорово. Есть у тебя что-нибудь интересное? У меня попить. Попить есть у тебя? О, у нас тут есть колонка. Надеюсь, она не замерзла. Надеюсь, колонка не замерзла. О, нормально, нормально, не замерзла. Не заболеть бы еще. Я думаю, нормально. Давай в карты поиграем. Давай попробуем с ним в карты поиграть. А, у нас температура. В натуре тут же от температуры можно умереть. Мужик, у тебя тепло? Здорово. Текущая ставка 10 марок. Ой, 0. Давай на 200. Крепкий алкоголь. О, я буду, мужик, я буду. Не откажешься, не? Не против? Мне нравится. Блин, меня это распидорасило немного. Можно ставку увеличить, ладно. Давай сыграем. Так. 9,3. Давай еще. Блядь. Маловато. Давай еще на 200. Останется на 7? Нет. Давай еще. Останется на 9? Нет, давай еще. На 11. Да мало это оно. О, 20. Все, тормозим. Почти 21. А у него что там? О, я выиграл. Выиграл 200. Нормально. Блин, меня очень сильно начинает пидорасить. О, 250. Погнали. Останавливаемся на 18. Давай попробуем. Мне, по-моему, очень хреново. У меня кружится голова. О, я победил. Вот это мне уже нравится. Смотри, с каждой ставкой можно это увеличивать. Точнее, с каждой выигранной увеличивать ставку можно. Сколько? Блять, король. Король тупорылый. 300, погнали. Остановиться? Нет. Еще давай. О, 19. Тормозим, тормозим, тормозим. Надеюсь, у него не будет шансов. Если он, конечно, не выпадет. О, не, все, у него перебор. Ну. Что? Я проиграл? Блядь, 300. Погнали. Становится на 15. Нет. Давай еще. Блядь. Какой... Что за пиздец? Пиздец потекший. Давай 300. 300 еще, погнали. Останется на 11. Нет, не буду останавливаться. 18, хватит. Ну и что ты покажешь? Может... О, я победил. Неужели? Как я знаю, нужно сколько-то раз... Как это, блядь, я сразу так проиграл-то, а? Ой, пиздец. Давай просто по максималочке. На все бабки, просто на все бабки. Можно выиграть у него тачку в карты. Останавливаемся на 18. У него в сарае стоит тачка, ее можно выиграть. Но если ее просто так забрать, то... Ой, я победил, нормально. Если ее просто так забрать, то покусают пчелы. Останется на 20. О, вот это мне уже нравится. Если ему выпадет 21, это будет просто... Да как? Вот это в натуре пизда потекшая. Откуда у него 21? Остается на 14. Нет, погнали еще. Вообще серия... Пиздец. Вообще серия должна быть по другой штуке. Но я чисто так зашел развлечься. Давай еще...
Берем и пизда потекшая. Я проигрываю. 400. Сколько? 20. Останавливаемся. Тормозим. Вообще я хочу просто дойти до острова. Ой, победил, нормально. Дойти до острова. Взять оттуда фейерверки. Просто попробовать штук 100 запустить где-нибудь в гараже. Под этой. Под Сацумой. Останавливаемся на 18. Я думаю, это... Либо у него сейчас перебор. Ой, я проиграл. Я проиграл. Блин, как так-то? 450 марок. Давай просто по максималке. Останется на 10? Нет. Берем еще 16, мало. Да бля, как меня этот король уже достало. Сколько можно? 450, играем. У меня остается очень мало бабок. Зачем я на все бабки играю? Блядь. Ладно, последняя ставка. И все, у меня нету бабок. Останется на 12? Нет. Пизда, 22. Ну, что вам уже могу сказать? Давай на полтосик. Просто на последние бабки. 18, останавливаемся. Сколько я? 3000 просто проиграл. Дайте мне выиграть, мужик. Ну все, вот это пизда потекшая. Спасибо, что напоил, разорил меня. Спасибо, спасибо. Больше я к тебе, надеюсь, не вернусь. Ой, а как тут на улице холодно, мне кажется, нет? Итак, я нахожусь уже на острове. Блин, а что, может это? Разведем каминчик? А, у меня ни дров нету, ничего, да? Угли есть в доме? Как тут зайти-то? О, банька-парилка. Банька-парилка. Не, мне сюда пока не надо. Блин, какой алкоголь крепкий оказался. Так, вот они, наши фейерверки. Углей тут нету, углей продаются в машине. Ой, в магазине. Давай поспим, короче. О, блядь, меня сейчас еще пидорасить-то будет. Нужно похмелиться. А чтобы похмелиться... Блин, тут даже чайник есть. Чашка для кофе. Это что такое? Камера? Ой, какая камера? Да ладно. Камера есть даже. Блин. Неплохо так. Можно даже зажечь этот. Нормально. Но меня интересуют фейерверки. Фейерверки Финляндии. Давай попробуем запустить что-нибудь. Они же бесконечные, да, как я понял? Главное, чтобы не подпалились. Как мы их можем распределить? Их надо, наверное, куда-то поставить. А если я... Погоди. Пизда. Ну чё? А, в смысле? А чё ничего не взорвалось? Что, смотри? Упал этот. Снежок упал. Да ладно. Ни хрена себе. А чё не взрывается? Смотри, я могу снежки сам лепить. Что мне с ними делать потом? Что со снежками делать? Могу просто, наверное, бросаться ими. Ни хрена, смотри, я не знал, что можно снежки лепить. Но с ними, правда, ничего делать нельзя. Почему не взрывается? Давай вот так вот попробуем. Мне кажется, я сейчас ослепну нахуй. Вау! Я научился. Как хорошо, что я вовремя отпустил. Давай просто где-нибудь заспауним.
Блять, тут не пролезешь. Прям вот под тачкой где-нибудь. Застакаем кучу. А как вот одним разом запустить их все? Никто мне не подскажет? Ладно, валим отсюда. Ой, блядь. О, смотри, они все запустились. Или нет, не все. Ох, ебать. Они все запускаются. Ой, ох, ебучий случай. Смотри, что происходит. Ебать. Они в натуре все запускаются. Ой-ой-ой. У меня температура полная. Ой, блядь. В гараже вообще пиздец происходит какой-то. Да погоди. У меня температура полная, мне согреться бы. Так, я не знаю, уже прошло, наверное, минут 7. А может даже 10. Температура вообще не хочет спадать. Меня до сих пор еще колбасит. Наверное, нужно просто похмелиться. Чтобы не было дрожи. Я прав же? Хуя не поменялось. А у меня еще и свет отключили. А это просто на улице потемнело. Давай, попытка номер... Блин, смотри, сколько там этих осталось. Давай просто сейчас вот так вот возьмем. Вот так вот возьмем. И просто все здесь завалим. Все завалим фейерверками. Так, мне кажется, достаточно, потому что FPS-ка у меня уже что-то, мягко говоря, начинает проседать. Прямо это, неплохо так, я бы сказал. Так, немного пододвинем. Куда? Это мало, это много. Давай чуть назад. Типа вот так вот. Все, тормози. Тормози нормально. Давай поджигаем. Бля, пизда. Валим отсюда. Ой, бля. Остальные будут загораться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, FPS-ка-то. Блин, я хочу... Блядь, мусорный бак отлетел. Смотри, красота-то какая. Блин, а почему-то... Блядь, я слеп. Нет. Блин, такое зрелище. Я слеп. Блин, ну тут я, наверное, ничего не смогу поделать. Походу, все, походу, заново, да, придется. Блин. Я же забыл, что он может от этого ослепнуть. Вот чего я и боялся. Че за хуйня? Я замерз. Я забыл в дом зайти, я замерз. Говорит Рюки Перен. В перерви молодой человек умер от инфаркта. Я понял. Так, все нормально. Телепортируемся домой. И что мы видим? Ой, ебать. У нас тут все вообще разбросано. Фейерверки все сгорели. Я думаю, нужно устроить еще попыточку. Бензопак вообще теперь он с той стороны находится. Давай, короче, прям вообще сейчас прям по максимуму попробую. Забить еще больше, чем было. В общем, ребят, я думаю, пока достаточно. Давай мы куда-нибудь фейерверки уберем сюда. Мой комп говорит просто до свидания. FPS, я не знаю. Наверное, FPS 20. Но тут, я не знаю, штук, наверное, 300. Запускаем и уходим. Запускаем и уходим отсюда. Ой-ой-ой. Давай, взрывайся. Взрывайтесь все.
Ой-ой-ой. Ой, главное не ослепнуть, нахуй. Ой, пизда. И вот это вообще пизда. Просто фейерверки все разбросанные. Большинство фейерверков просто улетело на улицу. Я не знаю, сколько это будет взрываться. Но мне кажется, это еще не конец. Ты смотри, аж куда фейерверки поотлетали. Это что, это все? Так, ну вот эти. Есть там еще? О, там смотри, еще ж куча. Остальные не взорвались, да? Ну что, давай еще прям финалочку. Финалочку. Итак, ребят, я не знаю, сколько там, но, по-моему, еще больше, чем было. Я прям вообще по максимуму пытался заполнить. А что если я попробовать вообще прям всю яму чисто заполнить фейерверками? Мне кажется, это столько времени уйдет. Поджигаем. Поджигаем и валим. Блять, как бы в сраку не подлетело сейчас. Ой, лагает уже. Конкретно лагает. Давай, будет какое-нибудь прям представление лютое. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Блин, она большинство фейерверков просто... просто улетает. Наружу. И вот это, смотри, какое зрелище. И там, везде. С Новым годом! С Новым годом! Это все? О, дом загорелся! Мужики, у меня дом загорелся, блядь. Что за хуйня? Дом сейчас сгорит. А что делать? Пизда, у меня сигналка сработала. Дом горит. Ой, ебать, а что так громко-то? Ваня. Ёбаный рот. Пиздец. А чё, а как так-то? Нет, мой дом горит. И чё, и пожарных не вызвать никак. Может, он потухнет? Или нет? Или он прям вообще прям по максимуму сейчас горит? Блин, не, мне прям понравилось, весело, да? Как, может, счетчик выключить? Нихуя не помогает. Смотри, а докуда огонь? Баня вся сгорела. Баня вся сгорела. Ну, подумаешь, фейерверки позапускали. Так, я не знаю, сколько по времени оно будет гореть. Но у меня вот это пиканье уже надоело. Что у нас тут вообще происходит? Ебать, уже кухня. До кухни уже дошло. Дошел огонь. Ебать, смотри. Все в уголь просто превращается. Давай попробуем вот здесь вот где-нибудь застакать прям кучу. Прям в самой Сацуми почему-то не получается. Я думаю, вот так вот сейчас будет нормально. Сейчас Сацума еще сгорит. Будет вообще весело. Давай прям по максимуму. Вон, смотри, когда много делаешь, они туда внутрь заходят. Нормально, нормально. Так, поджигаем. Я думаю, достаточно. Что будет? Все? Блять, дом. Дома пиздец. Ой-ой-ой. Блин, а почему Сацума? Я думаю, Сацума будет просто улетать. Улетать куда-нибудь. Блин, главное не ослепнуть.
Я думаю, сейчас просто Сацума куда-нибудь слетит на воздух. А ни хрена. О! Прекратилось это. Ты смотри, он... У меня от дома ничего не осталось. Нет, тут еще что-то взрывается. Мой Сацума просто на одном месте стоит и все. Полная пизда. О! Ой-ой-ой, не сгореть бы. У меня хата есть. Может, поспим? Смотри. Я в сгоревшей хате спать лег. Где я? Горим, 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 горим. Сколько можно? Сколько можно гореть-то, а? Блин, я первый раз вижу, как в Сацуме... Ой, как в моем камере горит вообще дом. Можно время как-нибудь перемотать на немного? Блин, по-моему, ну тут все уже и хата сгорает, вот тут просто на глазах все рушится. Да, обидно, конечно, обидно. Хорошо, что сохранения у меня остались. Сохранения остались. Можно будет потом дособрать Сацуму вот эту. Ну смотри, сколько фейерверков разбросано, просто неиспользуемых. В общем, ребят, что могу сказать? Вот такое видео получилось. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Подписывайся на мой телеграм-канал. Там много всего интересного. Ну и так можете пообщаться со мной лично по каким-либо вопросам. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.